факт нужен. Золотая рыбка он называется. Хочу, как все братаны, чтоб на шею носить. Так ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный радиопассивный. Я же не в трусы засуну. Хохочет, ха-ха. Слышь, почему я это раньше не делал? У меня что-то так прет сейчас от игры. Гиена. Слышь, здесь где-то что-то... Подожди, Гайс, здесь какая-то нычка, то ли вот в этом доме наверху, нет? Я что-то помню такое. Сейчас я буду вспоминать игру потихоньку. Лорган, Айлен, спасибо. Лорган, спасибо за этот... За 100, короче, спасибо. Так, кожаная куртка. Но у меня такая же, зато у меня сразу ствол есть, да? 1100 лет. Водочки. Подожди, я могу их просто правым щелчком? Или вот так вот двойным? Понял. Лестница за волком. Подожди. А как квиксейв? F5, F6. Ага, окей. Так, на какую кнопку пистолет? Он у меня вообще экипирован? А. Я вспоминаю, Гайс, я просто вспоминаю. Ни слова вообще сейчас. Я думаю еще, блин, луп прям как у меня такой, прикольно. Все, успокойтесь, я вспоминаю управление. Но, блин, это ж логично, что оно все с этой стороны должно быть, а не с той. Так. Еще, по-моему, там что-то есть. Смешно, да. Это ты? Лол, он говорит? А. Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Думаю, ну охренеть теперь. Вот выручайте. Сталкер, дай аптечку. Кто-нибудь. Ох. Вот купить. Вот купить потом будем. Сейчас будем на выход идти. Ты шо... Шо, конченый? Я понял. Блин, Тося просто бегала под ногами. Серьезно, гайс. Сука, кто заклипит, тому я дам орден. Орден. Важно. Дантарос, спасибо за полгода. Я даже не видел простирадное. Выручил ты меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Побежали, я тебя выведу. Побежали. Прибежали. Ох, тут тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый сказал мне, что ты ищешь. Это здесь, где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Привет, как игра? Игра на самом деле довольно старая, поэтому я думаю, ты сам свое мнение уже давно сложил. Мне очень нравится, я очень... Всем прием! Говорит, застава долго на свалке. Из темной долины, по направлению к бару, идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Я понял. Слово долго. А, про терпение. Ну, и поэтому я много с людьми в жизни работал. Поэтому ваша закидона это, ну, такое на самом деле. Не сильно впечатляет. Бывает временами, конечно, что меня проймет. Ну и слабак ты меченый, пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Не за что тебя благодарить. Thank you.
Жорка. Твою, мать такой. Да каким ножом, чувак, такая возможность стрелять в жопу в сопернику? Почему у нас вот это получается все время, гайс? Почему все получается так как-то пошловато? Я же даже не пытаюсь, типа, я стараюсь. Походу не понравилось. Тактика. Не особо сработало. Мне показалось или я слышал? Ох уж эти нонсабы. Ура, бог, все. Так, что-то какая-то полоса неудач пошла, короче. Он бегает? Неплохо. Я не знаю, серьезно, я ж потерялся, что вообще произошло. Это была какая-то психологическая атака, блин. Оружие убрал? Ты кто? Ты где вообще? Ты из мус... Это наши? Наши. Чисто. Всем переходим. Я просто отвлекся на секунду. Гайс, я чеку выдернул. Что делать? Как обратно вставить? Вперед, ребята. Воин, блин. Да твою мать! Ищи подъем наверх. Ну спасибо, капитан. Слушай, походу мне придется их всех убить. Только есть мнение, что они будут спауниться, и в этом нет никакого смысла. Красиво полетел, да, к дождю, наверное. Что там еще в таких случаях? Шутят. Подъем. Подъем. Так, сохранимся тут. Подъем. Может быть, подъем здесь? Нет? Спасибо за тряску, твою мать. А то у меня патрон. О, понятно, все. Нормально живем. О, это мой новый. Надо было оставить. Нет, тебе не нужно спавнить здесь никого. Что, опять? Я же не могу прицелиться, у меня просто прицел будет. Что, вообще тупой, что ли?
Так, с этим парнем надо быть поаккуратнее. Давай не надо сейчас вот, а? Ясно. Боже, твою мать. Я сейчас сгорю нахер просто. Сам жив. Привет! Так, спокойно. Ох и дебил. Так, вот есть еще? У тебя больше нет? Ну не надо, молодец, молодец. Ага. Даже так, да? Ох, эта зона со своими загадками. Даня! Минус Даня. В смысле, тебе граната взорвалась? Ты что, глухой? Знаешь, в чем проблема? В том, что этот дятел, он типа достает пушку и посмотри, посмотри, он такой... Такой, вот это вот из контри еще пошло. Понтовая перезарядка называется. Это хрень, смотри. О, сэр, давайте. Ах, урод, твою мать. Мне кажется, у меня патрон в стволе взорвался. Что-то, короче, вспышка. Ничего не понял. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Боже, я сейчас сгорю. Ну, типа, при этом мне интересно, да, чат, ты не подумай. Хера патроны. Это новая разработка? Понимаю смерть. Хер где такое увидите? Только здесь. Те люди, которые за Альянс, ну, то есть глупые люди, будут говорить, что, мол, Орда там говно. Ну, понимаешь?